Эти машины пришли с Магнитки. Индустриальный Урал помогает Уралу Хлебному. Транспортники Магнитостроя прислали на перевозку хлеба 56 большегрузных машин со специальными прицепами. Они заменяют более 300 трехтонных грузовиков. Вот он, добрый уральский хлеб. Очередной рейс. Всего 12 машин, а доставлено 10 тысяч пудов хлеба. На Магнитогорском элеваторе страдная осень. Тоннами золотого зерна рапортуют съезду партии труженики южноуральских степей.